внимание следственной оперативной группе на выезд, следственной оперативной группе на выезд. Условное ЧП произошло рано утром, когда сотрудники Комсомольской электростанции спешили на работу. Террорист-смертник, проникнув на территорию предприятия, взорвал себя прямо на проходной. На СБК произошел взрыв, ориентировочно пострадало 3 человека. Такова вводная масштабных антитеррористических учений, которые прошли в четверг на территории Ивановского ПГУ. В Комсомольске незамедлительно был введен условный режим контртеррористической операции. Вызваны службы экстренного реагирования. Пострадавших при условном взрыве эвакуировали, но сообщники смертника затаились где-то на территории предприятия, угрожая повторными терактами и выдвинув требования политического характера. Здесь уже за дело взялись военные. Обнаружить террористов поручили вот этому беспилотнику. По картинке с летательного аппарата вычислили местоположение банды. Укрытие условных террористов штурмом взяли бойцы спецназа. Итогом этой эффектной кульминации стало освобождение заложников и захват группы террористов. Всего в учениях приняли участие более 700 человек. Было задействовано 150 единиц техники. Все участники сработали грамотно, как единый механизм, дав условным террористам настоящий отпор. Наталья Бутарина, РТВ Иваново.